от газеты «Комсомольская правда. Калининград», и он получит памятный диплом. Вот пока я здесь вам рассказываю про конкурс зрительских симпатий, председатель клуба и организатор фестиваля показывает на своем 114-м Мерседесе, как надо правильно ездить по дистанции. Вот этот косой мост через Дейму. Смотрите, как работают подвески. Здесь важно не соскочить с этого препятствия, потому что соскочишь, повредишь порог автомобиля. Вот. Видите, вот этот сейчас будет элемент вашу шляпу месье. Вот Виктор Иванович сейчас это сделал, он опять сделал, у него все получилось. Вот такой лихой поворот. Я всех внимание обращаю, что если вы не впишетесь, вы повредите нашу сцену, так что будьте внимательны. Вот и вот там вот.